So thank you for being here. Хорошо, спасибо за то, что вы пришли. We are going to talk about мы будем сегодня говорить о Data Discovery, то есть нахождении, открытии данных, и как нам делать это с помощью Amazon Lyft. Я работаю в Lyft в роли продакт-менеджера. До этого изучал во Франции математику и физику. Также служил в авиации французской. И решил затем заняться разработкой, начал работать в Lyft прошлой зимой. Кто знает, что такое Lyft? Oh, good. Okay. Хорошо, отлично, потому что часто я в Америке рассказываю, презентацию, никто не знает, что кто такие Lyft. Для тех, кто не знает, это то же самое, что Get или Яндекс.Такси. Это основной конкурент Uber в Соединенных Штатах. И сегодня мы поговорим о Data Discovery, о поиске данных, и о проблемах, которые мы встречаем в Lyft. Мы посмотрим на то, как мы оценили различные решения. Для того, чтобы с этим задачей справиться, и почему мы решили строить со свои собственные продукты, как они выглядят, как мы их построили, с чего они состоят. Посмотрим на влияние Amundsen в Lyft и за пределами. Это open-source продукт, можете на GitHub его найти, репозиторий есть. Это ровно то же самое, что мы используем в Lyft. Можете прямо сейчас сделать и перестать меня слушать совсем. И затем мы поговорим о том, что предстоит, какой roadmap Amundsen. Проблемы с Data Discovery, давайте обозначим так. Если мы говорим о Lyft, наша задача – улучшить жизнь людей с самой лучшей транспортировкой. Мы доставляем водителей к пассажирам, для того, чтобы пассажиры и водители могли дальше их доставить. И наша задача принимать решение, особенно о том, какую машину отправить какому пользователю, это ключевое решение, потому что мы должны принимать их на основании самых лучших, самых полных данных, для того, чтобы это были правильные решения. И когда я говорю о решениях, это не только вопрос моделей, нейронок, сетей, но и такой задачи, как отправка водителей к пассажирам. Ну, например, если вы генеральный директор, вы отвечаете за рынок такси или флот такси, и ваша задача понять, какое влияние конкретно маркетинговая компания оказала на ваше ревенью, вашу прибыль. Или, например, понять, какие параметры влияют на бизнес. Все это часть процесса принятия решения. Вам нужно получить данные, понять эти данные, затем провести анализ, может быть, визуализацию какую-то, и затем вывести и поделиться с аудиторией конкретными выводами и, или принять решение в автоматическом режиме. Давайте предположим, что я аналитик в подразделении Lyft, и моя задача понять, как мы можем справиться с мошенничеством среди водителей. Например, они довольно часто следующим образом пытаются нас обмануть. Они попадают в аварию, потом записываются в лифт и требуют от нас компенсации. Поэтому мы проверяем, когда они подали заявку в страховую компанию. И очень часто мы смотрим просто, какое количество поездок они совершили. Решили, прежде чем сообщить об инциденте. Вначале я понятия не имел, где мне искать данные. И, может быть, мне имеет смысл спросить у соседа по офису, или друга, или менеджера.
Затем я спрашиваю в Slack'е, затем ищу на GitHub'е, какие-то вещи, да, по ключевым словам, страховка, водители. И нашел несколько вот таких таблиц с данными по аварию. И в чем разница между этими таблицами? Что дают, что означают разные поля? Какой период данных покрывают те или иные таблицы? Очень часто для того, чтобы вам произвести впечатление на руководителя, вам нужно писать какие-то сложные запросы. Но для этого надо понимать, как выглядят и как структурированы данные. И весь этот процесс на самом деле не очень хорошо выглядит, не очень хорош. У вас очень много неясностей. Вы не знаете, какой анализ был проведен до вас. Даже если данные существуют, вы не знаете, есть ли какие-то дубликаты данных и какой из дубликатов верен, кто тот человек, который может использовать или использовал уже эти данные. Вы увеличиваете нагрузку на базы данных, вы увеличиваете задержки для людей, которые пользуются этими данными. И еще одна проблема, что вы прерываете рабочий процесс многих людей, потому что вы задаете много вопросов, и им потребуется время для того, чтобы на ваши вопросы ответить. Это все довольно неприятно. Поэтому, когда мы провели исследование на эту тему, мы выяснили, что около 25% времени дата-сайентистов или аналитиков данных приходится на поиск данных. Соответственно, они всего лишь 75% эффективности показывают по сравнению с вариантом, если бы у них эти данные были. И все аналитики, которых мы нанимали, они хотели заниматься дип-лернингом, крутыми сеточками, им не хотелось заниматься поиском данных. Они от этого фрустрируются, им скучно, они считают, что после этого, что Lyft плохая компания, не наполненная данными, и они хотят уйти в Google или Facebook. Мы начали с того, что сделали шаг назад и сказали, ну хорошо, как мы можем сделать процесс поиска и обнаружения данных лучше? Что такое вообще хороший процесс поиска данных? Мы поняли, что ответом зачастую является метаданные, потому что это ключ к хорошему поиску. Если у вас есть хорошие метаданные, ну, то есть данные, которые описывают данные, если они у вас хорошие, то и процесс поиска данных будет прекрасен и легок, потому что вы понимаете, о чем вы говорите. Понимая это, мы поговорили с некоторыми людьми в Беркли, и которые тоже об этом думали, и они сказали нам вот что. Какой тип информации вы хотите получать? Можете разбить на три вида. Первое – это контекст приложения. Например, что это за данные? Где она? Какова семантика? Затем поведение данных. Как вы используете эти данные? Кто использует данные? Как они создаются? Кем они создаются? Вот это социальная часть управления данными. И затем вопросы изменений. Как данные эволюционируют во времени? Какой код вызывает изменения данных? В общем, как все это меняется? И, помимо вопроса, что за данные, вопрос, к каким данным это применять? Конечно, в идеале вам бы хотелось снабдить метаданными абсолютно все данные вашей компании. Но если вы хотите начать быть практичными, то имеет смысл начинать с хранилищ данных, и в первую очередь мы индексируем
скопировали все таблицы в Hive. И затем мы добавили людей, потому что мы считаем, что люди владеют огромным объемом информации, и то, как они взаимодействуют, дает огромный объем дополнительных данных. Но для этого вам придется индексировать все. Дэшборды, стримы, Эрик говорил о Kinesis и похожих вещах. Вот это идеальное состояние. И затем вам нужно подумать о том, как, собственно, производить поиск данных. Вся информация, которая есть, как вы ее находите? Вы можете разбить это на три разных способа смотреть на данные. Первое – это базовый поиск. Вы ищете, например, данные по отказам или отменам. И вы просто с помощью поиска это делаете. Например, второй способ с этим работать. Это в зависимости от того, откуда оно пришло, от наследия, если это может быть, пришли из какой-то конкретной таблицы, может быть, это поток из Kafka. И логика здесь такая, что если у вас случился инцидент какой-то, или SLA, если нарушение SLA, то можно заключить, что таблицы, из которых пришли эти данные, будут проблемными. Затем вещи, базирующиеся, зависящие от сети, например, от сети людей, если ваш менеджер говорит, что в чем-то проблема, то обычно, в первую очередь, вы не хотите его пытать. Да? Вы просто идете на его страницу, на его смотрите, какими отчетами, какими таблицами он пользуется для того, чтобы прийти к этому выводу. Это вот такой социальный способ поиска отказов. И когда мы говорим об использовании, мы говорим обычно об использовании запросов. Кто запустил тот запрос, который включает эту таблицу? С Presto это очень легко сделать. Вы просто можете сразу в логах посмотреть, с кем было то взаимодействие, которое вызвало проблему. И очень часто, наша задача была, конечно, чтобы мы могли скейлить эту систему с увеличением объема знаний пользователей. Идея в том, что пользователи хотят знать больше о данных, брать данные из головы, чтобы не приходилось их повторно интерпретировать. See what's out there and like what can we use because it's always easier to use something that already exists than building something. So we checked out a bunch of different solutions. Что здесь происходит? Проверили некоторые решения, которые уже разработаны. Вы можете их всех посмотреть. Довольно много всего сделано. Хотел подчеркнуть портал данных Airbnb. Они, кстати, вообще очень похожи с нами. У нас много друзей, мы с ними очень близки. И они показывают нам очень много из своих разработок, поэтому... Но, естественно, их решение было закрытым кодом, поэтому не могли его использовать. И вот здесь на этой таблице видно, какими функциями обладают разные решения. Это может быть не полное исследование, конечно, потому что это копипейст, на самом деле, нашего исследования тогда, когда мы его проводили. Вывод здесь такой, что мы не нашли ничего, что полностью решало бы все наши задачи, поэтому нам пришлось сделать свое собственное решение. Я поговорю о нем теперь.
Она называется Amundsen. If you ask what Amundsen means, it's a name. Если вы спросите, что это такое, это имя. Roald Amundsen, who is a Norwegian explorer, and he was the first person to discover South Pole. Roald Amundsen, который открыл Южный полюс и побывал и на Северном, и на Южном полюсе. И если вы спросите, почему именно это имя выбрано, the idea is that basically back in the days it was as hard to find data at least as finding the South Pole. В те времена данные было так же тяжело найти, как обнаружить Южный полюс. Но сейчас это гораздо проще. This is being redesigned right now. You can go on the сейчас мы делаем редизайн этих страниц. Вы можете на GitHub на нашей странице сходить, посмотреть на них, мы над ними работаем. Все данные, которые я вам покажу, это, конечно, просто выдуманные данные, потому что настоящие данные мы не можем разглашать. Все тут довольно просто. Это поисковая строка и часть ответов, которые выдает вам от категории того, что вы ищете. Если не знаете, чего вы ищете, то, может быть, там, скажем, с популярной таблицы. Можете посмотреть, и 80% поисковых запросов на самом деле там и там и обрабатывается. Если вы что-то пишете в поисковый запрос, то ваши ответы, они будут, естественно, сортироваться по релевантности и популярности. Если вы ищете Apple, яблоко в Гугле, то ваши результаты должны быть максимально похожи на яблоки, но минимально на апельсины. Но проблема в том, что наиболее популярные яблоки вылезают наверх. И вот этот баланс между двумя этими подходами мы постоянно подстраиваем. И у нас есть метрики, которые помогают нам разобраться с результатами поиска и улучшить их. Мы выставляем эти веса, смотрим на то, как это влияет на выдачу поискового. Но в случае с релевантностью мы смотрим на название страниц, строк, столбцов, описания, таги, кто их использует, эти таблицы. И это то, что очень важно для релевантности. Вся эта информация также особенно важно, если мы попадаем точно в название таблицы или в описание колонки или столбца. И вопрос популярности зависит от частоты похожих запросов к этим таблицам, от частоты посещений этой таблицы для автоматизированного. То есть не все запросы созданы равными. Если это автоматический запрос, если это дашборд для ad-hoc-анализа, который просто там каждый день генерится, то просто может быть это вообще какой-то скрипт, о котором все забыли, он годами запускается. Поэтому не все наши запросы мы рассматриваем как равные. И вот ресурсная страница, как она выглядит. Таблица в Hive. Вы видите довольно много метаданных. Можете видеть, откуда и как доступны эти данные, описание таблицы, колонки, имена строк столбцов, описание. Все эти описания можно редактировать, и они останутся в системе. Идея заключается в том, что мы хотим, чтобы люди заполняли и дополняли описания. И если мы позволяем поэтому всем редактировать, если что-то не так, мы всегда можем логи посмотреть и поменять обратно эти значения. У нас есть также информация о владельцах. Вот эти метаданные полностью вручную выводятся, и причина здесь в том, что вы не можете заставить людей что-то овнерить. Овнеры должны хотеть это, владеть своими ресурсами и реально работать над тем, чтобы все данные были достаточного качества.
Then you have frequent users because, затем у вас есть пользователи, поскольку ownership вручную заполняется, иногда у вас не бывает, нет владельца у ресурса, но обычно тогда из списка пользователей вы можете получить ответы на вопросы по этому ресурсу. Затем ссылки на диаграммы Airflow, исходный код, ссылка на вендорское решение компилятор, который позволяет вам увидеть наследование этих данных, и из какой таблицы была получена эта таблица, и даже downstream и upstream путешествовать вверх и вниз по дереву наследования этих данных, это позволяет Amundsen. И затем возможность посмотреть на данные более детально, поработать через, посмотреть на их через SQL. Apache Superset здесь используется, BI-инструмент, который позволяет вам срезать и показать данные. Немножко мы модифицировали его для того, чтобы запускать почти любые запросы. И возможность получить эти данные с, грубо говоря, select звездочка первые 50, конечно, это они будут редактаться закрытыми. Мы хотим, чтобы все могли проверить, какие данные доступны, увидеть метаданные, но затем, в зависимости от их прав доступа, может быть, они смогут получить доступ к самим данным, может быть, нет, но они в любом случае структуру смогут увидеть. Для чего? Для того, чтобы они могли запросить доступ у тех, кто может иметь доступ к самим данным, даже если у них самих таких прав нет. И затем, если вы кликаете на столбец, запускается этот wizard, можете ответить на какие-то вопросы для себя, может быть, какой-то сможете код дописать. We also built some, также у нас есть инструмент для обратной связи пользователей прямо в нашем инструменте. Ну, давайте поговорим о том, как выглядит архитектура. Если кто-то из вас заинтересован в том, чтобы поконтрибьютить в этот проект, вы можете зайти на страницу GitHub и сфокусироваться на той части, которая вам наиболее интересна. Архитектура с микросервисной, через Data Builder идет по разным источникам данных и запускает наши инстансы хранилища. Давайте посмотрим на сам сервис метода. Мы используем сервис Neo4j, новый сервис, являющийся прокси-слоем, который позволяет работать с графовой базой данных. Причина, почему мы его выбрали, мы хотели, чтобы он был модульный. Некоторые говорят, не хочу Neo4j использовать, хочу Apache Atlas использовать. Мы считаем, что Neo4j лучше, но Apache Atlas также у нас настроен, работает, поэтому проблем здесь нет, надо только перестроить Data Builder для того, чтобы он использовал Apache Atlas вместо Neo4j. И вы можете спросить, почему вы думаете, что Neo4j лучше, лучшее решение? Потому что это графовая база данных. Если вы думаете о данных, о том, как разные виды, разные артефакты взаимодействуют, безусловно, граф имеет больше всего смысла. Вот здесь у вас есть приложение A, которое... работает, например, работает на айфоне, вы запускаете ивент вызвать такси, а он глотается, может быть, через Kinesis в AWS, через Ingestream, и идет в Hive. У нас есть Airflow DAG, который читает из Hive-таблицы, пишет в другую Hive-таблицу, у нее, может быть, разные
столбцы, но и вы можете доступиться к разным данным, которые там есть. Если вы смотрите на структуру данных, у вас может быть вот такого типа таблица, она связана. Разные типы услов здесь. Есть описание, есть столбец, статистика. И вы можете новый узел добавлять очень просто, новые ссылки. Это все очень модульно. So this is kind of the reason why we chose to have a. Вот почему мы выбрали использование графовой базы данных. Это лучший способ описывать взаимодействие между данными и использовать so now quickly about the data builder. Карту Confluence в организации. Теперь о Data Builder поговорим. Data Builder – это engine, который пойдет во все источники информации и положит их в Neo4j или Elasticsearch. А проблемой здесь является то, что со всеми источниками метаданных у нас есть разные источники. Я сказал, что мы используем Hive и несколько других технологий. И мы берем их из Mode, инструмент BL, Tableau. Нет никакой стандартизации в метаданным. К сожалению, очень сложно вам приходится кодировать все конечные endpoints, конечные точки самостоятельно. Поэтому мы построили наш Data Builder так, что он был очень модульным. Это похожий на Apache Goblin такой движок. Он может в любой момент, когда вы хотите добавить новый источник метаданных, просто меняете экстрактор и подключаете его. Теперь в отношении поискового сервиса. Это похожий на метадата сервис, а он работает на Elasticsearch. Есть несколько отличий, например, у нас нет статистики по столбцам в Elasticsearch, потому что по ним нельзя искать. Итак, эластичный поиск. Иногда мы используем Apache Atlas, потому что они просто уже установлены, но мы считаем, что в принципе то, что Elasticsearch это лучший open source вариант для поиска. Вы можете использовать различные способы поиска, нормальный поиск, поиск с фильтрацией по категориям и использовать многие другие варианты в зависимости от типа пользователя, который у вас. Либо очень технический детальный поиск, либо нет. Так или иначе, подход здесь очень-очень гибкий и модульный. Опять же, по причине этой модульности мы готовы были создать свою собственную итерацию. То есть мы начали с чего-то очень простого, с нормального поиска, и затем мы настроили на всю эту систему метрики, чтобы уже рассматривать наш поиск. Мы все отслеживаем от времени, которое вы проводите на странице, до количества действий, которые там производятся, и, соответственно, вот смотрим, нашли ли вы то, что вы искали, и, соответственно, надеемся, что люди счастливы со своими результатами поиска. У нас есть своя такая специфическая метрика, которая показывает, например, сколько раз вы кликали на ту или иную таблицу. Click for rate у нас так называемая система. И затем мы можем подкручивать, например, ERC поиск, использовать различные типы поиска. Итак, теперь про наш фронтенд. Ничего совсем красивого здесь нет, но мы используем React.js и Flask Web UI технологии. Таким образом, в сущности, суть в том, чтобы показывать каждую страницу в приложении. И вот некоторые из технологий, которые мы используем. Я хочу еще коротко поговорить о том, что нам позволяет сделать этот инструмент. Вот посмотрите данные об использовании этого инструмента в лифте, на AdLift. Вот вы видите, что происходит. Рождество, видите, спад такой. А здесь вы видите пик. Это момент, когда мы запустили
интеграцию people. И мы смогли также сделать такие, знаете, социальные срезы. Плюс, кроме этого, этот инструмент очень много использовали летние стажеры наши, которые, в принципе, не знали, как у нас устроена работа с данными в лифте. Так вот, если интересно, кто использует этот инструмент, то мы видим, что большинство наших пользователей — это инженеры софта. Но, конечно же, здесь выборка довольно предвзятая, потому что понятно, что решение тестируют гораздо больше софтверных инженеров, чем, в принципе, людей, которые представляют какие бы то ни были другие роли. Доля проникновения, конечно же, здесь в основном аналитики данных все это используют. В принципе, либо это инженеры, разница в том, сколько они используют Python, сколько они используют SQL. Вот и вся разница. Вот как этот инструмент подействовал на работу внутри компании. Как я уже сказал, опять же, это open-source проект. Таким образом, у нас очень энергичное сообщество, бурлящее такое. Видите, такая куча компаний, которые используют Amazon в производстве, ING, например, большой банк из Голландии, вам, быть может, знаком. Вот компании, которые используют Apache Atlas. Workdead, Square. And you also have a bunch of people in the community. И в сообществе тоже есть like много ребят, которые используют Aviatrain, делают некоторый такой POC для Amazon. Я не уверен, что они хотят его использовать, но, по крайней мере, рассматривают такую возможность, обсуждают включение Amazon в свой Stack Channel, предлагают новые функции для Amazon. Стоит, я думаю, взглянуть на Stack Channel. Если у вас там будет вопрос, вы получите ответ в течение, гарантирую вам, 2 часов. Ну, по крайней мере, должно быть, да, солнечный время суток в США, светлое время суток в США. Если вы, конечно, задаете вопрос, сами понимаете. Если вы пушите свой код в базу данных кода, то вы можете наблюдать, что, в принципе, многие компании и вносят свой вклад в нашу базу данных кода. Очень здорово видеть, что люди готовы вкладывать свое время в то, чтобы сделать что-то в ответ, в благодарность для сообщества. И нам это тоже нравится. Для нас это тоже классно. Потому что, как я уже упоминал, мы используем Hive довольно активно. Мы начали с того, чтобы индексировали Hive-таблицы, но мы также используем Bitrate. И у нас не было времени для того, чтобы инвестировать достаточно в этом, но есть компания в Голландии, Кублу, которая нашла время, чтобы это сделать, они, в принципе, пропиарили вот этот сектор, мы подумали, как классно, и мы использовали, начали использовать Bitrate. Это было очень классно. Некоторые люди также это делали. So what's next? Что же дальше? Что дальше на дорожной карте? So to power this data discovery tool, we created a map. Так вот, мы сделали целую карту такой, знаете, открытия данных в лифте. У нас есть куча метаданных обо всех артефактах данных, которые мы используем. Артефактов данных, которые мы используем. Мы смотрим сначала на use case, но также мы используем эти карты для compliance. Я понимаю, что у нас есть очень важные большие законы по защите частных данных. У CCPI у нас в Калифорнии такой есть закон, очень важный. В соответствии с этим законом, будучи пользователем лифта, вы должны быть в состоянии прийти в лифт и сказать, удалите, пожалуйста, все мои частные данные. Или запретите возможности их модификации. Это система управления правами пользователя. И первый шаг, который позволяет пользователям удалять свои личные данные, состоит в том, что нужно знать, где вообще хранятся эти личные данные. Это на самом деле не так просто, потому что когда у вас куча данных, вы на основании не получите какую-то метрику, то, ну, она раскидана по разным точкам. И мы используем Amazon для того, чтобы обнаружить конкретные частные данные конкретного частного пользователя. Соответственно, можно отправиться, копнуть эти данные, модифицировать их, если нужно, по запросу пользователя. Вот еще один способ приложений, которые мы надстроили на карту данных, которые мы создали. Если вы отправитесь на страничку GitHub, там вы увидите определенный набор идей касательно новых идей и как использовать карту данных, которые мы создали. Также мы хотим нанести на карту больше разных элементов. Как я уже упомянул, у нас не только Hive-таблицы есть. Мы работаем над разными вещами. В частности, мы сейчас хотим научиться индексировать дэшборды. Как я сказал вначале, если вы новые пользователи платформы и вы измеряете какую-то новую задачу, во-первых, нужно сначала проверить, выполнялась ли эта задача или нет до этого. Вам нужно, соответственно, получить дэшборд с информацией, которая, быть может, существует.
Затем, все о том, что вы должны иметь обслуживать юзкейсы пользователей, которые не могут сделать SQL-запрос. Они могут посмотреть на данные, но они не будут довольны, найдя существующие какие-то показатели на дашбордах. Мы также хотим проиндексировать дата-потоки и различные наши методы и подходы к работе. Еще что меня очень радует, это на самом деле интеграция ACL. У нас есть ACL-интеграция определенного рода, но по мере того, как мы становимся все больше и больше, наша компания становится все больше и больше, мы даем возможность всем редактировать описание странички, потому что сейчас мы хотим давать людям возможность делать это свое личное описание, чтобы люди могли, водителям и пассажиры могли, соответственно, редактировать свое собственное описание на страничке своей в приложении. Как на Википедии, знаете, вот кто угодно может, соответственно, редактировать что угодно. Соответственно, но, опять же, если говорить об редактированной информации на нашем лендинге, то, естественно, права на редактирование этих информаций даны определенному набору людей. В общем-то, на этом все. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Yeah, please go check out the. Oh, it's not here anymore, but I have a link for the GitHub page. You can. Вот страничка, ссылка на страничку GitHub. Вы можете там увидеть больше деталей о том, как идет код, и, пожалуйста, check it out, contribute back, and. Не стесняйтесь внести свой вклад. Все это, в принципе, настроить довольно просто. В принципе, вы сможете все раскрутить минут за 15. Возьмите свои данные и посмотрите, как это выглядит. Вот так вот. Can you go back to the Slido? If you have questions, you can ask. Are you going to start lifting Russia? Если есть вопросы, вопрос, будет ли лифт запущен в России? Один из популярных вопросов. На этот вопрос я, к сожалению, не могу ответить. So yeah, second question. 25% of DS time. So 25% DS time. Сейчас примерно 5% у нас. So we managed to really reduce this time. Мы смогли сократить это время для наших отсотов, потому что, в принципе, ну, это для нас было, опять же, такой... В принципе, у нас сейчас 80% наших аналитиков используют эту платформу на повседневной основе каждую неделю. Вот мы решили проблему для аналитиков, теперь мы хотим переключиться на других пользователей для того, чтобы решить проблемы для менеджеров продуктов, для тех, кто, в принципе, меньше углубляется в технические детали работы. That's a good question. Why is it not mandatory? I mean, you can only Вы можете заставить людей делать только, если они этого хотят. К сожалению, вопрос не видно из переводческой будки. Мы, в принципе, стараемся заниматься неким таким социальным инжинирингом. Конечно же, да, было бы здорово сделать это все обязательно. Можно какую-то нам геймификацию попробовать. Например, чтобы у вас была личная страничка, где вы видите все таблички, которыми владеете, и понять, ага, вот это, например, описано на 50%, а это описано на 100%, если все описано, вы получаете, я не знаю, какой-нибудь стикер. How do you map tables to a specific person? You как вы наносите таблички на карту относительно конкретного сотрудника? Вот человека есть страничка с его табличками, со статистикой там. Как вы все это как бы конкретно привязываете к человеку? Да, во-первых, у нас есть разные ссылки между
людьми и табличками. Возможно, вы владелец таблички, возможно, вы частый пользователь таблички. В зависимости от этого, мы делаем это так, тем или иным образом. Если вы частый пользователь, мы смотрим на логи, мы используем Presto. Для запросов мы проверяем логи Presto, и мы смотрим, ага, вот этот человек создал таблицу 50 раз в течение последней недели, и таким образом он является частным пользователем данной таблицы. Для условий владения у нас немножко другой подход. Когда вы создаете Hive-таблицу, вам нужно, соответственно, там сделать владельца, так или иначе. То есть мы проверяем, есть ли пользователь, который, соответственно, несет соответствующую метадату в Hive Metastore, и, соответственно, все это вносится в граф базу данных, например. И если этого нет, вы все равно можете зайти в UI и сказать, окей, я владелец этой таблицы, потому что, когда вы на самом деле проверяете метаданные в Metastore, когда мы создавали этот инструмент, мы увидели, что у нас есть владельцы таблиц. Опять же, раньше у нас было там 15 человек в компании, понимаете, давным-давно, когда мы создали таблицу. И теперь нет этих людей, никто не сможет ответить на вопросы про таблицу. Нам пришлось удалять владельцев наших на самом деле. Второй вопрос о том, почему мы не начали делать новый продукт вместо того, чтобы подключать старый. Но дело в том, что мы не смогли найти никакого другого open-source проекта, который двигался бы в нужном нам направлении. И мы посмотрели на LinkedIn Warehouse, другой проект, как раз open-source проект, но мы знали, что у них есть, ну, у них есть open source, но это на самом деле то, что они на самом деле используют. Они не использовали бранч, так как мы на самом деле используем. То есть мы, ну, не доверяли им, не могли поделиться своими данными в контексте того, над чем они работали. Возможно, есть другие open-source проекты, которые подошли бы нам, но мы просто о них не знали. Okay, so I'm going to hang out at the я тут буду booth, там в будке с вопросами, там в конце. Пожалуйста, подходите, поздоровайтесь, я буду рад ответить на ваши вопросы. Также, пожалуйста, зайдите на страничку GitHub, там будет ссылка на Slack-канал, и у нас такое довольно там живое, оживленное сообщество. Будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо.